палатки, гитары, песни у костра и все то, ради чего ежегодно на Мастрюковские озера приезжают десятки тысяч любителей особой атмосферы. В регионе завершился 42-й Грушинский фестиваль. В этот раз он собрал свыше 20 тысяч человек. Точные подсчеты ведутся до сих пор. Среди почетных гостей Тамара Гвертители, Олег Митяев, артисты театра на Таганке. Фестивальную поляну посетил губернатор Самарской области и сыграл в футбол за сборную ветеранов Крыльев Советов. Грушинские традиции и все, чем запомнились эти 4 дня, в материале наших корреспондентов. Здесь поют в каждой палатке с утра и до утра. По предварительным подсчетам, Грушинский собрал более 20 тысяч человек. Среди почетных гостей Олег Митяев, артисты театра на Таганке, Тамара Гвертители. Легендарный голос и легендарная женщина. Зрители в знак благодарности несут полевые цветы. Здесь других не найдешь. Тамара Гвертители говорит, рада, что оказалась на этой площадке и рада такому приему. Спасибо большое. Счастье. Почитание. Мирного неба. И виват музыкам. Грушинский собрал жителей разных регионов и даже государств. С удовольствием спеть и послушать музыку едут иностранцы. Фестиваль объединил как минимум представителей 10 стран. У Самары совершенно замечательная песенная традиция. Еще раз говорю, такого фестиваля, как Грушинский, нет не только что в России, а нигде в мире нет. Хочу поклониться вашему замечательному губернатору, который очень много сделал и делает, и, я надеюсь, еще будет делать для авторской песни. Он понимает ее значение, слава богу, понимаете? Но, к сожалению, не все губернаторы такие, да? Вот, а жалко. Здесь надо отдавать всю душу этому делу, и на самом деле, несмотря ни на какие интересы, там амбиции, надо объединяться, вместе делать так, чтобы как можно комфортнее здесь было людям, которые сюда приезжают с разных концов страны и не только страны. Этот Грушинский посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Музыка на площадке Победа, кажется, не останавливается. Участники фестиваля говорят спасибо героям и помнят их подвиг. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Грушинский – это уже семейный праздник. Пока родители поют у палаток и слушают музыку, у сцены дети также не без дела. Организаторы специально сделали несколько игровых площадок. Бадминтон, волейбол, футбол. В уже традиционном матче ветеранов Крыльев против сборной мира приняли участие и глава региона. Погода настоящая, грушинская, то дождь, то солнце, но спортсменам это не помешало. Губернатор по итогам поединка был признан самым ценным игроком матча. На его счету 3 гола. И вот он, концерт на главной сцене. Здесь выступают лауреаты и почетные гости. На горе тысячи людей. И вы та основа, которая всегда будет и власть, и всех организаторов двигать к тому, чтобы этот фестиваль был лучше и лучше. И мы будем делать все вместе, чтобы этот фестиваль имел долгую и яркую жизнь. Успехов тебе, Груша! Сотни песен, десятки выступающих. Концерт продолжается до 2 ночи. Прощайте, вы прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после возвращения до будущей горы. Да после возвращения до будущей горы. Дарья Болгова, Ольга Павловская, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.